запись экрана телефона для следующего видео. Перед началом видео покажу, что напомню, что у меня есть Instagram, называется так же самое Agrodvish, и на него можно подписаться и быть в курсе последних событий, либо того, что на сегодняшний день необходимо, к примеру, пикировка или не пикировка. Но это небольшое отступление. Основная мысль, которую сегодня я хотел показать. Есть в Вайбере группа, которая называется Градвиш. Я думаю, что большинство про эту группу знает. Как раз тут идет активная переписка про угарный газ. А мне интересна сама переписка за 18 января. Здесь было вечером, пришло сообщение. Вот, смотрите, сейчас тут все купались, это за 19. Сейчас я быстро доберусь туда, чтобы в вашем времени много не забирать. 18 января пришло сообщение, фото, что с ним может быть. О, вот уже где-то уже тут близко. Это второе сообщение, а вот первое. Андрей пишет, может кто знает, в чем причина. И сбрасывает такое фото. Это растение томата, которое взошло и уже начинает появляться первый настоящий листочек. И оно такое закручено в бараний рог. Ну, это фото такое вырезанное из всего. Попросили тут сразу же общее фото. Я просил, тут где-то есть даже. Тут варианты журица. Да, журица, мне кажется, это самый правильный вариант ответа. Лампы. Тут пошли вопросы про лампы. Скажу сразу, я там был, мне уже, конечно, легче говорить. Лампы там никак не имеют значения. Они расположены на высоте 1,80 м, 1,90 м, так само, как и у вас. 400-ки. Там все с освещением окей. С температурой все четко, потому что рассада находится в доме, то есть там температура классная, 20-18, это все нормально. Тут проблема и не в гибриде, потому что 4 гибрида и картина одинаковая, и нету выборочные пятна там места, то есть по всей рассаде одинаковая картина, вот так они закручены, эти растения, вот их листья семидольные закрутило, так само происходит с ножкой, с ножкой, которая держит это растение, те, которые позже всходят, они тоже закручены, и настоящий листочек тоже плохо растет, он как будто закручен. И пошла здесь битва экстрасенсов. Я в том числе указывал, писал, что было холодно, было сначала жарко, потому что они потянулись, потом было холодно, но это все такое пальцем в небо, в лучшем варианте, да. Это все было так, угадывали мы. И здесь я писал форма ангела, да, потому что типа холодно, ну там холодно не было, они не синие, там нету нехватки фосфора, по температуре там все окей. Потом пошли здесь расследования, что они не политые, а вот чем поливали во время посева. Если там то, что написано, то это по идее не должно там так было так сработать. И тут я писал, что хлорметалхлорид, атлет, тур, похоже на это, но это, скорее всего, похоже как будто на гербицид, который называется Лантрел, либо что-то похоже на него, то есть переизбыток гиберлина. Здесь также был вот вариант полито-не полито, сухие или не сухие. Вот слева сухие, справа мокрые. Это было не из-за этого. Одинаково всем было. Там где-то я заметил одно-два растения, край кассеты не такие. Но это все относительно. И здесь очень много мы тут участвовали в переписке этой, что с ними случилось, с этими растениями. Я там был сегодня, буквально часа 3-4 я туда как приехал, снял видео и посмотрите, что там происходит. Довольно интересно, что с ними случилось. Я так не разобрал, я так понимаю, там какой-то избыток гиберлина, как будто гербицидом сработал где-то. Там нету решения, там нету причины, я не выяснил, что причина. Там только есть решение, что нужно сработать мегафоном, что нужно потом пролить кальцинитом и нитратом магния, то есть простимулировать их к росту. Ну и все. Так что, если кому интересно, смотрите видео и советуйте, что с ним можно сделать. Так что так. Если провести так рукой, то ощущается, что они такие сильно упругие. Кажется, что было здесь какой-то рост-регулятор, который замедляет рост растений. Как будто группа триазолов. Еще наблюдается ламкость стебля. Там, где сходит трудно, стебелечек переламывается. Вот в этом месте изгиб. То есть теряет эластичность.
Также некоторые растения, которые позже всходят, которые долго соприкасались с семидольными листочками с торфом, они, камера не передает свет, но они белые, такие светлые, осветленные. Вот как теряет эластичность, оно, стволик переламывается. Такое я наблюдал, когда вот есть гербицид Лантрел, на лук вносят, и лук сам закручивается так, это называют бараний рог, закручивается тоже, вот, закручивается в бараний рог. Эта проблема есть по всем растениям, здесь разные сорта, один тут черный томат, это разоплодный, здесь второй разоплодный, то есть независимо от гибрида одинаковая проблема. Посев в один день, а досветки такого не может быть, потому что лампы 400-ки расположены на высоте 1,82 м. Здесь как-то проявляется сильнее на одном гибриде. По всем гибридам общее. Что тут общее может быть? То есть от семян это не зависит. Это зависит общий торф, общий раствор, в котором замачивался торф. Не раствор, там была чистая вода. Сначала торф замочили, посеяли, потом сверху было еще пролито водой, в которой были полезные бактерии. И сверху влажным торфом опять присыпано. То есть это что-то, то, что эти семена, эти всходы объединяют. Это торф, либо вода. Но в то же время есть растения, которые взошли благополучно. Вот они вообще нет. Ну, то есть как обычное растение. На них вот не подействовало. Это вот зажатое, такое прижатое, вот явно. А это вот зашло так. Часто это бывает. Те, которые опоздали немножко зайти, вот они вот сильно закручиваются. Тут если достать, оно, да, вот светленькое. Осветленное, потому что не было видно освещения этим листочком. Но вот ствол, он зажатый, такой прижатый сильно. Такое состояние растений. Температура здесь в норме, здесь 18-20 градусов. Полив был вчера, ракосеты замачивали просто в воде, то есть никаких либо там добавок, ничего там страшного не было. Освещенность в норме, две лампы 400-ки справляются. То есть температура исключается, освещение исключается, семена исключаются, здесь только торф и вода. Под подозрением. У кого какие идеи, можете добавлять комментарии. Вот здесь вот как-то вот с краю как-то меньше зажато. То есть, может быть, вот здесь как-то вот класс себя растения чувствуют. Вот они, довольно хороши. Дальше вот как-то видно тут сильнее, тут сложнее ситуация. То есть, это такое, вот здесь как-то вот им меньше зажато. Сразу вот сюда вот пошло больше зажатых таких растений. Через день, послезавтра планируется мегафолом по листу, мегафолом в дозах, которые рекомендует производитель. И потом будет подкормка удобрениями нитрат кальция, нитрат магния и монофосфат калия, чтобы сдвинуть растения в росте. Эти две кассеты почему-то самое больше пострадали, но это отдельный гибрид. Их всего лишь две кассеты, это разоплодный гибрид, но он максимально пострадал. Он зажатый вообще так очень жестко. Но в принципе основная масса уже начала расти. Я определяю это так, если растение блестит, вот лист настоящий есть, блеск есть. Вот у нас блеск есть. Это значит растение живое, двигаться вперед. А здесь такое тускленькое. Здесь, конечно, пока что еще не ростовые процессы не пошли. Фунгицидов не было, были только бактерии.